Левашинский район является самым крупным из нагорных районов Дагестана. На его территории площадью около 814 квадратных километров проживает 61 101 человек. Из 68 сел района 9 населения аварцами, остальные – даргинцами. Наш путь начинается из селения Леваши, районного центра Левашинского района, и ведет в центр Судахарского общества – древний и славный Судахар. По приведенным историком Расулом Магомедовым данным, Судахарское вольное общество, занимающее второе по числу входящих в состав общества джамаатов после Сюргенского, включало в себя 42 крупных и мелких джамаата. Легенд и преданий об основании селения Судахар много. Везде в рассказах фигурируют основателями Судахара, его отселков и хуторов, беглецы, спасающиеся от преследования, где основным является сюжет о сестре, спасаемой братьями от надругательства тирана хана. Так судахарцы яро отстаивали традиционную религию и одними из последних приняли ислам. История донесла до нас сведения об ожесточенных боях против Тимура. Четыре знатных тухума Судахара выделяли из своей среды одного хулала, то есть старейшину. Вот эти хулалы, то есть старейшины, и управляли Судахаром, руководствуясь адатами Судахарского общества. Выбирали их сроком на 3 года. Если же хулали злоупотребляли данную народом властью, свою или чью-нибудь пользу, их немедленно снимали и выбирали на их место других. Как мы видим, Судахарское вольное общество было настоящим демократическим обществом типа древнегреческих полисов, отличительной особенностью которого являлась коллективная собственность на землю. Даргинцы отличались большим трудолюбием. У каждого села было свое ремесло, приносящее ему славу и пропитание. Судахарцы издавна славились как мастера по пошиву мужских головных уборов. Судахарцы гордятся своим мостом, который соединяет берега Казикумухского кайсу, Судахарскому ущелье. Золотая долина. Долина садов является родиной хаджалмахинцев. Через это селение проходит путь большинство горных селений. Хорошая автомобильная дорога проложена среди безлесых гор, представляющих каменистые осыпи и голые скалы, ассоциирующие воображение почему-то с лунным ландшафтом. Внизу, разделяя села Ташкапур и Хаджалмахи, несется, кипя пеной и раздвигая со временем скалы, Казикумухское кайсу, чью мелодию, нет, скорее, неукротимый звериный рев привыкло слышать не одно поколение хаджалмахинцев, неустанное трудолюбие которых преобразило эту землю. На крутых склонах мрачных и суровых гор на террасных землях выращиваются фруктовые деревья. Яблоны, груши, персики, абрикосы, сливы, черешня, айва и даже хурма и виноград. Вот селение, видите, это было маленькое селение. А потом они расширяются, они рождаемость у нас, Почти второе место в Дагестане идет. Табасаран было первое место, и Хаджалмах второе место было. У нас каждый год увеличивается больше 250-300 детей. Хозяйство увеличивается. Вот это в течение вот этого периода во время Великой Отечественной войны возьмем. Тогда у нас было 500 хозяйств. Сейчас 2500 хозяйств. Понимаете? Вот это в течение 50 лет почти 2000 хозяйств увеличено. Хаджалмаха. А науки тоже, они идут. Хорошо идут науки, учатся ребята. Оканчивают нашу среднюю школу. Все они поступают в высшие учебные заведения. И военные училища поступают. У нас есть сейчас полковники есть, которые действующие полковники есть, армию служит. У нас отскрывания армии нету уже. Я сам служил армии 5 лет в районе Севастополя. Начальник физруком полка работал, я рекордсмена, в районе Советского Союза был, рекорд устанавливал. У меня дети, сыновья, все они служили армии. Жена, мать Гиренина. Она воспитала 13 детей. Жители Хаджалмахи, ведя сельское хозяйство, все же основные доходы получают от ремесел. Женщины вяжут платки. Рассказывают, что этому ремеслу хаджалмахинок научила русская женщина. А по другим поверьям, вязать судахарцев научили арабские миссионеры. И действительно, вязание Европы попало от арабов. Причем, первоначально это было чисто мужское занятие. Сегодня мужчины-хаджалмахинцы, кроме традиционного ремесла по пошиву головных уборов, также занимаются столярным делом.
Вот этот мастер изготавливает удивительные по красоте тахты. Каждый сельчанин приходит к мастеру и по своему кошельку на свой вкус заказывает тахту, самый любимый хаджамахинцами вид мебели. Этимология наименования селения Купа, по мнению профессора Дибирова, происходит от арабского слова «куб», что в переводе означает «купол». Действительно, утверждают ученые, еще до нашествия Надыршаха на Дагестан, в Купе возвышалась оборонительно-дозорная башня, чей белый купол был виден из всех соседних селений, даже с левашинского спуска в Хаджалмахе. В русских источниках встречаем: даргинцы Судахарского участка и частично купинцы славились во всем Дагестане и далеко за его пределами как лучшие мастера-шапочники. Наиболее распространенными типами папах, которые шили с мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Красив аул Купа в лучах закатного солнца, обласканный осенним теплом. Наша съемочная бригада попала в Купа на свадьбу. Первое впечатление, когда смотришь на нарядных купинок, что они специально устроили парад платков. Каких только великолепных шалей, истинными целительницами которых во всем Дагестане являются судахарские женщины, мы не увидели на них. Свадебный обряд купинцев мало чем отличается от подобных обрядов других даргинцев. Террористы, бандиты напали на Дагестан, в Сомдинском, Батлинском районе, когда они здесь шли, перед администрацией селения Купа состоялся митинг. Митинг собравшихся с Сухарского со всего округа, течку действий законных властей против ваххабистов, против террористов. Более 3000 человек собралось перед купинской администрацией. Сосуд Сухарского округа, Судахар, Хаджалмахия, Мусулте, Ташкапур, Кубики. Рабадан Нуров – поэт, драматург, один из основоположников литературы даргинцев советского периода. Человек трагической судьбы, ставший жертвой страшного времени сталинских репрессий. Хрестоматийный глянец, наведенный на его образ в советское время, не мог скрыть тех страшных трещин, которые оставило время на его мужественном образе. Существенную роль в хозяйственной жизни даргинцев как в прошлом, так и теперь играет торговля. Как отмечают историки, торговые отношения левашинских даргинцев с другими народами и странами были довольно оживленными и имеют большие традиции. Активные двусторонние торговые связи поддерживали жители района с представителями не только своего, но и других народов. Самая оживленная и бойкая купья продажа в наши дни происходит в местности Улая, на территории Верхней Лаптинской сельской администрации. Здесь, на базаре, можно купить и продать все, что угодно, начиная от ковров, популярных среди будущих невест сундуков, шкур, папах, посуды, сыра, масла, меда и кончая мелким и крупным рогатым скотом. Левашинский район по своему месторасположению без преувеличения можно назвать самим сердцем Дагестана. Он граничит с Буйнакским, Сергукалинским, Акушинским, Лакским, Гунивским, Гергевельским, Унцукульским, Карабудахкенским районами нашей республики, что и обусловило ту роль, которую играет район в истории Дагестана. Археологи нашли на территории района каменные орудия труда, характерные для периода мезолита, неолита и энеолита, и памятники материальной и духовной культуре Кавказской Албании. Каменные таблички и обломки с вырезанным алфавитом и надписями, сделанными аванским шрифтом. Следует сказать, что эти памятники уникальны. Они единственные в своем роде во всем мире. Абуладзе, ученику Шамидзе, удалось в Матанадаране, в Институте древних рукописей, найти список албанской письменности. Но сама письменность не было. Цельная письменность была найдена
у нас в Дагестане, только в Дагестане. В 1970 году ученики из Верхней Лапку нашли письменность. Вот это письменность. Нашли алфавитную табличку. Алфавитную табличку мы можем говорить уверенно, потому что ни одна буква друг на друга не похожа. Селение Верхнее Лапкумахи является отселком селения Микеке. Здесь, возле аула, при раскопках были обнаружены уникальные памятники письменности Кавказской Албании. Достопримечательностью аварского селения Хахита является то, что здесь сохранилась мечеть, где учился имам Дагестана и Чечни шейх Шамиль. В этом гласит надпись на стене мечети. Теплый и радушный прием оказала нашей съемочной группе семья Тагаева Сахратулы из Хахита. Неожиданно мы попали в мир музыки, мир людей, которые песню сделали главным занятием своей жизни. Что может быть задушевнее тихих переборов гитары и песни, спетую от души? Доброжелательная, радушная и приветливая хозяйка Тагаева Сахратулы спела нам несколько песен из своего репертуара. Ранним утром наша съемочная бригада отправилась в селение Кутиша. Хозяева очень гордятся своим селом и его историей. Народный учитель Республики Дагестан Шейхов рассказал нам, как кропотливо усилиями самих кутишинцев, учителей и учеников создавался памятник погибшим на полях Отечественной войны. Действительно, благодаря бережному отношению к своей культуре и истории сегодня в Кутишах существует, может быть, уникальный в Дагестане мемориальный комплекс. Кавказская война принесла славу великому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову. Первую в мире уникальную операцию с применением эфирного наркоза провел он в селении Охле, что прославило не только доктора Пирогова, но и небольшое аварское селение Охле. Даргинец Муртазали Хаджи Магомедов из Бутре был сподвижником и учеником великого Пирогова. А чудодейственным результатом лечения травами и приемом народной медицины, применяемым в своей практике, Муртазали Хаджи, порой удивлялся великий хирург. Он не гнушался учиться у горца секретам лечения людей. На доме досточтимого Муртазали Хаджи в селении Леваши установлена мемориальная доска. Николай Иванович Пирогов рядом с моим отцом в Севастополе. Когда была Севастопольская война, Николай Иванович Пирогов пригласил отец мой, Муртазали Годжи Бутринский. Он был в Каире 4 года. Мой отец, когда поехал паломничать, там остался врачевание. Имеется документ у Булач-Годжиева, что он окончил в Каире 4 года, что он учился на медицину. Вот, пожалуйста, фотокарточка рядом с Николаем Ивановичем Пироговым, моим отцом. Среди тех, кто штурмовал Берлин весной 45-го, был и Магомед Салам Ильясович Умаханов из Судахара, впоследствии ставший одной из ключевых фигур на политическом небосклоне Дагестана. Долгие годы он был первым секретарем дагестанского обкома КПСС. «В селении Урма живут самые красивые девушки», — сказали нам наши гиды. «Мы попали в Урма-полдень, когда в селе никого нет, кроме маленьких детей и немощных стариков. Все взрослое население трудится на полях. Мы так и не смогли рассмотреть красоту молодых урминок, но зато посетили памятник славному революционеру. Село печально знаменито тем, что близ него в марте 1920 года был убит турками председатель Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана Султан Саид Казбеков. Борьба против Бичарахова, Деникина и других выдвинула из среды даргинцев много ярких, выдающихся личностей. Алибека Богатырева, Мусука Рабудагова, Кара Караева, Рабадана Нурова, Османа Османова и многих других. Около 3500 человек ушло на фронт из Левашинского района. Больше половины из них погибли на полях сражений. Во всех населенных пунктах района установлены памятники героям фронта и тыла. Два выходца из Левашинского района, Кажалмахинец Анатолий Хуторянский и Зулпукар Абдурахману из Ташкапура, стали героями Советского Союза.
Вечная память героям. В одном ряду с героями стоит имя нашего современника, уже ставшего легендой депутата Государственной Думы Двухсозову, безвременно погибшего от рук подлых убийц Гамида Гамидова, человека, чья милость и щедрость по отношению к людям стали примером для подражания, человека, чьим именем названа одна из магистральных улиц города Махачкала. Бриллиант среди сел, аул Микиги, крепость духа твоих сынов славу тебе сыскал. О Микиги можно говорить часами. Лучше поэта, родившегося в этом селении, никто не скажет. Казимбек Багандул самые сокровенные, самые трепетные, нежные слова посвятил своему любимому аулу. У окраины села начинается Микигинский каньон, имеющий 7-километровую протяженность и заканчивающийся узкой тесниной у селения Зуримахе. Ширина теснины не превышает 2-3 метра, высота 15-20 метров. Расположенный в границах Аякакинской долины, каньон в свое время сыграл выдающуюся историческую роль, став могилой для иностранных интервентов. В 80-м году нам удалось проникнуть в эту пещеру, проник Гаджихану, Гаджихан, и в пещере длиной 100 метров, 105 метров, высотой этой пещеры, где 15-10 метров, глубиной до 15 метров нашли домостроение. Всего, всех домов мы посчитали 40 домов. Кроме этого, мы там нашли наконечники стрель, бронзовый топор, бронзовое зеркало, керамика. Но что интересно, эта керамика кончается 13 веком. Почему мы так уверенно говорим? Потому что нашли мы керамику, испикская керамика. Это которые с 13 века, испийская керамика исчезает в Дагестане. А там нашли поливная, очень ценная, которую мы сейчас потеряли в Дагестане. Секрет этой керамики, нашли осколки этой керамики. Настоящий праздник вылился недавно День защиты детства. По инициативе районной администрации от каждой сельской администрации были приглашены в леваши родители многодетных семей и дети-сироты. Был накрыт стол. Силами художественной самодеятельности района был дан концерт гостям. Детям и родителям были вручены ценные подарки. Левашинский район дал Дагестану 4 героев социалистического труда. Газиев Абдурахман, Керимов Магомед, Муталибов Муса, Юнусов Али. Вот имена известные не только в Дагестане, но далеко за его пределами. Всемирную известность своей малой родине принес ученый, человек, который перевел священный Коран Осману Магомед Нуре. Его энциклопедические знания, широта кругозора достойны ученого его уровня. Район
дал путевку в жизни таким знаменитым ученым, как Хабибулла Амирханов, Багаудин Багандов, Хасбулат Хасбулатов и другие. Широкую известность среди дагестанцев получил талант первой народной артистки Дагестана Аминат Ибрагимовой и народной артистки Патимат Хизроевой. А славную когорту ученых возглавляет член-корреспондент Академии наук СССР, председатель президиума Дагестанского филиала Академии наук СССР Амирханов. Одно перечисление славных имен людей, внесших свой достойный вклад в процветание научной мысли Дагестана, о многом говорит. Академик Исаев, профессора Вагабов, Гаджиев, Абдулазизов, Алиев, доктора наук Ильясов и Булатов и многие другие. Золотые медали чемпионов мира по вольной борьбе завоевали Магомед Камиль Магомедов, Магомед Амир Чупанов, Магомед Гаджиев и по дзюдо Гаджи Расулов. Местные жители рассказывают, что в Акушинском союзе вольных обществ, существовавшем в 16-м начале 20-х веков, бытовала традиция хоронить людей, умерших в селениях Улуая, Карлапо, Тазиркент, Хасакент, Бархакент, Наскент, Цухта, Какамахи, Леваши, все селения нынешнего Левашинского района, на кладбище селения Акуша. Лишь полстолетия назад отказались от этой традиции, которой придерживались свыше 200 лет. До сих пор сохранился в Левашах характерный для селений Акушинского района вариант антропоморфных надгробий. Этот стиль имеет сильно вытянутую коническую шейку, шарообразную головку, покатые плечики и сравнительно большую толщину корпуса, отмечает профессор Дибиров в своей книге «Резьба по камню в Дагестане». Это кладбище, первое кладбище, значит, данного села. До этого кладбища умерших возили Акуша. Не разрешали похоронить здесь. Первый могильный памятник в данном кладбище 1703 года. Эта земля, значит, есть несколько версий, как возник селение Левши. На склоне горы маленькое селение было здесь, даже до появления, это с 5 века. Эта земля была Хунзацкого Нуцалхана. Он подарил своей любимой дочери, Лава называли ее. По имени Лава образовалось селение Лаваши. Это первая версия. Вторая версия, значит, Лаха — это переводы голубят. По имени, когда люди проходили, где остановились, где много голубей, там остановились. Это от слова лава, лаха образовалось лаваши. Есть третья версия. Значит, здесь это была проходная дорога в горные районы. И когда на подводах останавливались здесь, спрашивали друг друга, где остановились, где продают лаваша. Лаваша, лаваша — это, значит, хлеб. И на этом месте, значит, стали называть лаваша. Остановились леваши. Леваши. Вот такие три версии есть. И последняя, первая версия, это от имени дочери Хунзацкого хана Лава, так, это более достоверный. Почему? Потому что род пошли, который называли этих сторожей, которые послали акушинцы. Эта земля продали акушинцам, это Лава, Лава, дочка Хунзацкого хана. И образовалось здесь постепенно, постепенно из акушинских приезжали и потом основали этот кладбище. Это так называемая народная этимология. Не безинтересна и другая версия. У ираноязычных пуштунов слово «леве» – это волк, а даргинское «ши» соответствует древнеиранскому «шаяна», армянскому «шен» – селение. Таким образом, не лишено смысла предположение, что «леваши», возможно, означает в переводе с одного из восточно-иранских языков «волчье селение». Нашу догадку подтверждает и наличие недалеко от села топонима «Волчьи ворота». Леваши без преувеличения можно назвать не только центром Левашинского района,
но по своему центральному месторасположению это срединная точка Дагестана. Широко раскинуло селение Леваши, словно вскинутые для полета крылья орла. Действительно, современное селение Леваши находится на подъеме. Строятся новые дома, особняки. В райцентре функционирует телевидение. Ведется прием передач ОРТ и РТР. Асфальтобетонный завод удовлетворяет нужды дорожников, которые своим трудом улучшают состояние дорог. Строители пути Урмагубдин благодарили рабочих, которые выпускают превосходного качества асфальт. В Левашах работает лимонадный цех по выпуску высококачественного напитка на основе родниковой воды. Каждую пятницу верующие посещают мечеть, чей минарет виден издали. Призыв муэдзина к молитве не остается неуслышанным. Левашинцы народ верующий, но не фанатично. Они не приемлют крайние течения в исламе. Силами энтузиастов в райцентре создан музей истории Левашинского района. Село живет полнокровной жизнью. Ритм и дыхание нарождающейся жизни чувствуется повсюду.